Ладно, я расчу. Давай, Вить. Юрий Погребный. Юрий Погребный. Мужчины до 70. Алексей Арцемович, Даниил Соколик. Алексей Арцемович, Даниил Соколик. На взвешивание, пожалуйста. Хорошо, затянул, да. Дима, проходь нож. Проходь. Ищи прием, Вить. Не дай обойти. Давай, проходи. Вставляй колено. Выползай, да, хорошо. Проходи, Дима. Вытащи ногу. Вытаскивай! Последнее приглашение. Юрий Погребный. В халвард возьми, Вить. Цепляй ногу. Вить, выползай. Выползай от него! Хорошо. Робергард подержи. Подтяни к себе. Да, там и держи руку. Хорошо. Высовывай, Дима. Дима, работа. Ищи. Держи. Витя, поактивней работай, Вить. Активней работай. Хорошо, давай ножки повыше. Ноги выше, Витя. Да, хорошо, еще выше. Внимание, после первого ковра объявляется запись в обзорном сегодня в бою. Оттягивайся! После первого ковра объявляется запись в абсолютно весовую категорию в бою юниоров. Спортсмены, занявшие призовые места, могут подойти записаться в абсолютную категорию в бою юниоров. Витя, не дай зайти! За спину заходи, Витя! Быстрей! На него иди! Витя, проходник нужен, давай! Тут такая напряженная схваточка хорошая. А у этого, у соперника, да, преимущество? Ну да, походу, раз он так стоял. Да. Хотя, смотря с какой стороны, походу, да. Хотел, мы что-то это к врачу поверили, не знаю, что-то что, нос разбили, что-то такое. Чуваме? Ну да. Я так и не понял, что Артём, случилось. Артём! Как записывал? Это же обидно вообще, блин, проиграл первый спарк, приехал.